Всем привет, меня зовут Саша, и вы на канале Саша Влог. Hello everybody, and you на channel Саша Влог. Сегодня мы приехали на дачу всей семьей отмечать Новый год. Пап, пойдем я тебе дачу покажу. Пойдем. Подумайте только, так много значений у слова дорога. Дорога зовут автостраду, и тропку, бегущую рядом, и шлях, что лежит на равнине, и путь каравана в пустыне, и шаг альпиниста покруче, вершину упрятку тучу, и след корабля над волнами, и синие выси над нами. Это глаза у него такие, на выходе, да. Он удивился, снеговик. Он родился и удивился, скажет. Ой, как тут красиво. Вот он такой. Уши, глаза, нос, пуговицы, руки, правда, одна. На собаку похож. Хорошо доехали, машин мало, пробок нету, быстро, очень быстро. У вас как? У нас все как бы, ничего. Что новенького прилетело? Бабочка к нам прилетела. Не прилетела, а проснулась. Да ты что? Да. Там большой комнат, сидит бабочка с ножками машет. Она села ко мне на этот... Можешь ко мне ее? Не знаю. Попробуй. Я боюсь. А что, боишься? Ой, улетела. Саша, сходите с папой в лес, срежьте пару сосновых веточек. Мы их в вазу поставим. О, как тут. А воздух какой! Первое было в январе. Стояла елка на горе, а воздух был голубые волки. Вот как-то раз, ночной порой, когда в лесу так тихо, встречают волка под горой, зайчата и зайчи. Кому охота в Новый год попасться в лапы волки? Зайчата бросились вперед и прыгнули на елку, они прижали ушки, повисли как игрушки. 10 маленьких зайчат висят на елке и молчат, обманули волка. Дело было в январе, подумал он, что на горе украшенная елка. Смотри, третий.
А где кепка? А он курицу катит. Наступающий 2024 объявлен в нашей стране годом семьи. С праздником вас, дорогие мои! С новым 2024 годом! Этого наступившего 2024 года. Вот, Сашенька, есть такое выражение. Когда вся семья вместе... Значит, Новый год веселее. Нет. Вся семья вместе, душа на месте. А-а-а. Запомни. Вся семья вместе... Душа на месте. Вот я хочу выпить за дружную семью. Ура! За нашу дружную семью. Главное, стаканы не разбить. Вот. И всем пожелать здоровья. И чтобы так у нас продолжалось. Хорошо. Хорошо. Да, вот. Вот. И в этой связи мне было поручено всем присутствующим на участке номер 22 Лесная Поляна вручить сладкие подарки от Деда Мороза. И я сейчас это поручение должен выполнить. Вот подарки-то. О! Тут открытка пришла от Деда Мороза. Ну-ка, Сашенька, прочитай. А про себя или вслух? Вслух. Ну-ка. Для дружной семьи от Деда Мороза. Ну-ка, дай посмотреть. Для дружной семьи от Деда Мороза. Для дружной, вот написано, смотрите. Подарки для дружной семьи. От Деда Мороза. Для дружной семьи от Деда Мороза. Вот, прислал. А это он написал или напечатал? Ну, я думаю, что это печатано. Видно, что печатано. Напечатано, держи. Все, спасибо. Так. Что же он нам прислал, Дед Мороз? А там написано кому? А сейчас мы разберемся. Ну вот это Сашенькин, похоже. Саша в этом году с мамой ходила в кино. Она смотрела кино про Чебурашку. И ей так фильм понравился, и Дед Мороз об этом узнал. И он ей подарил сладкий подарок. Чебурашкой. Это да. Ох, ты, Дед Мороз, тебя как любит. Дед Мороз также узнал, что к нам на Новый год собирается приехать Сашин папа. Поэтому... И он отметил этот момент. Прислал тоже подарок. А какой мы сейчас увидим? Это, знаете что? Что? Это называется Dreambox. А ты как ты переведешь Dreambox? А коробка
конечно. Вот. И это для Сашенькиного папы Дед Мороз коробку мечты прислал. Все. С этим как его? С девизом. С девизом. Папа, а что там? Тихо. Нет тех вершин, что взять нельзя. Нет тех вершин, что взять нельзя. Отлично. От Деда Мороза. Спасибо. А вот мама у нас человек занятой, деловой. Она все время говорит по телефону. И не скончает. И все время говорит. Дед Мороз об этом знает. И поэтому... Беру. Ей прислал сладкий телефон. Да много как, смотри. Это каждому можно по телефону. Будет все хорошо вести, я с вами поделюсь. А бабушка очень любит шоколад. Дед Мороз об этом знает. И подарила ей сладкий набор, где есть шоколад. Вот. Это бабушки. Бабушка поест. Ой, а тут еще что-то. Давай это для тебя тоже. Да, ты думаешь? Для Сашеньки вот еще Дед Мороз все прислал. Нет, это он знает, что она будет готова. Она хорошо научилась готовить в этом году. Вы знаете об этом? Это можно скатерть. Это не скатерть, это фартук. Спасибо. Домашний фартук. Все, Ульхерт каждое утро нам яичницу с мамой готовит. А тут еще что-то есть. Открывать? Ну-ка посмотрим. Слушай, бабушка. Ух ты, там коробка какая-то. Открывать? Да. Открывай. Ну-ка, я сейчас открою. А вдруг там твоя мечта лежит? Ой, вот это да. Вот это я понимаю. Не то, что у вас елка. Я такого в магазине, кажется, видел. Знаешь что? Может, ты в магазине что и видел? Это маршмеллоу. Я не люблю. А тебе никто предлагает, Сай? Так, ну-ка. А что тут? Это термос. Это у меня выходило с школы. Ух ты. Я говорю, бомба. Пестик. Макарыч. Это что, с намеком, что ли? Всех своих знакомых, друзей, одноклассников, родителей, бабушку и дедушку поздравляю с Новым годом. И всем-всем людям на земле желаю мира и добра. Чудесный праздник мы встречаем, приносит счастье людям он, мечты в реальность превращает и наполняет мир добром. Мы сейчас идем на проветривание. Мы сейчас идем фейерверки спускать? Да, после фейерверков концерт. Ой, ура, Новый год! Блин, давай сама, да? Во! Папа, Новым годом! Отползай! Пошло! Ура! Ребята, а луна сегодня какая? Деда! А что? Я повелительница огня! Да. Классно. Я пишу 2024.
Новый год! Раз, 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 раз. Раз. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня вас приветствует Джазрок Пандран, Хэппи Мэппи Дрим Дран Груп. Удачный стрим! Наступил Новый год. Сегодня 1 января 2024 года. Среди подарков, которые мне принес Дед Мороз, оказался набор для тайского супа том-ям. И сегодня мы решили его приготовить. Берем подходящую кастрюлю и помещаем в нее все ингредиенты. Суп готов. Два половника наложи, а то кризис сразу есть будет. Кислый? Мам, она острая, не беспокойся, она острая. Сейчас попробуем. Ну-ка, что мама скажет? А что? Прям том-ям. Да? Да. Острый. Ура! Вот, Ташуль. Мы сегодня с мамой разговаривали, я спросил, где Сашенька была, в каких странах побывать успела, в каких городах. Давай мы вот на этом глобусе отметим все страны и города, где ты побывала. Давай, сейчас мы возьмем булавки. Вот. Москву флажком отметь. Москву флажком. Давай.
А ну-ка ищи, где тут Москва? Москва. Где ты еще была? Давай, говори. Сочи. Сочи. Вот мы пометили Сочи. Ты в Турции была? Да. Два раза. Ищи, где тут Турция? О, нашла. Турция. Ставим. Вот Турцию мы посетили. Так, какой ты называла? Таиланд. Таиланд. О, нашла. А я ищу в другом месте. Вот он, Таиланд-то. Ну, Надя, как же ты нашла-то? Не, а Доломан, это в какой стране? Доломан, это в Турции. Таиланд. Вот. Смотри, какое расстояние ты пролетел. Практически на край света. На край света летал. Представляешь, почти до экватора. Вот экватор. Вот экватор, да? Что, середина планеты? Середина планеты. Вот, вот куда ты пролетела. Представляешь? Во как. Вот ты из Москвы вылетела, летел. И вот где мой палец пролетел в Таиланд. Так, и еще какой? Нет, я не сама. Стоп. Дубай. А, Дубай. Дубай. Это какая страна? Арабские Эмираты. Арабские Эмираты. Вот. И еще, где ты в такой, ты там такой, там мы с тобой там так купались. Лес. Ну, а как место называется? Остров какой-то там есть. Крит. Какой? Крит. Ну, давай, скажи. На каком море-то? Средиземное море. Вот где Крит. Крит. Опа, нашла. Все. Давай мы посмотрим и назовем те места, которые ты была. Так, вот это что? Куда ты ездила маленькая? Сочи. Сочи. На каком море? Черное море. На Черном море. Вот смотри, вот Москва, вот Сочи. Близко. Ну, в общем, достаточно близко. Так, вот это что за точка красненькая? Ну-ка, давай смотри. Какая страна? Турция. Турция. Вот ты в Турции была. На каком море? Средиземное море. На Средиземном море. Рядом. Остров Крит. Сторона Греция. На каком море? Средиземное точно. Средиземное море. Так. Здесь у нас... Где ты была? Дубай. Дубай. Какая страна? ОАЭ. Арабские Эмираты. Объединенные Арабские Эмираты. На каком море? Персидский. Залив. Вот где находится. В Персидском заливе. И еще где? Вот ты держишься. Это где ты была? Таиланд. На каком море? Ское. Какое? Андаманское. Андаманское море. Вот где ты уже успела побывать. Смотри, вот эти все точки. Раз, два, три, четыре, пять. Один, два, три. 4, 5. А где дедушка Лёва-то у нас живет? Америка. В Америке. Вот так. Все, Сашенька, закончили. Спасибо. Молодец. Вкусный был Новый год. И всем пока-пока. По белому снегу.